Эти уроженцы юга цветут и плодоносят здесь круглый год. В центре Хибинских гор на площади в 350 гектаров раскинулся единственный в мире полярно-альпийский ботанический сад, созданный 40 лет назад по инициативе академика Ферсмана. Коллектив ботанического сада ведет большую научную работу. В лаборатории физиологии решается проблема выращивания растений на вермикулите, минерале, которым так богат Кольский полуостров. Адрес полярно-альпийского ботанического сада известен ученым более 50 стран мира. Они посылают сюда семена и с нетерпением ждут посылок с растениями, уже акклиматизировавшимися в суровых условиях Заполярья.